Добрый день, дорогие друзья! На обзоре сегодня у нас прицеп Fendt Caravan. Это Bianca Active 550. Абсолютно новый прицеп с французской кроватью во второй части салона, с огромнейшим вменяемым и очень красивым санузлом. Отдельно стоящая душевая кабина, полностью выполненная в пластике. Прицеп оснащен дополнительным оборудованием 12 вольт. Имеет в комплекте аккумулятор. Выполнено все это дело на заводе. Соответственно, стоит блок питания и включающее в себя зарядное устройство. В передней части салона П-образный диван. Очень удобный, очень красивый, при необходимости который также трансформируется в спальную зону. То есть, по сути, это полноценный четырехместный замечательный караван, абсолютно новый, без эксплуатации и с достаточно классной наполняемостью. Итак, сцепная головка Алка с обжимным компенсатором, опорное колесо Алка с индикатором степени нагрузки на тягово-сцепное устройство. Безусловно, все прицепы оснащены тормозом накатного типа. Здесь у нас подключение по 13 пинам. Дает она возможность работы холодильника от 12 вольт при условии работы вашего тягача и, конечно же, зарядка собственного собственного аккумулятора. Классический багажник Fendt с металлическим низом. Прорезь для вентиляции, так как все-таки это место под газовые баллоны. Запасное колесо. Обязательно канистра для серых вод, плюс противооткатные упоры. Ну, в общем, как говорится, весь комплект. Здесь еще какая-то на подоконнике вентиляшка, но она не относится к багажнику. Итак, одно окно в передней части, тент-палатка и закладная для таких опционалов только со стороны входа. Это Fendt, это не британец, и здесь они предпочитают использовать только сторону рядом с дверью, то есть использование как тамбура и использование полноценных палаток, навесов, кому как нравится. Мы на один из фендов ставили именно маркизу. Достаточно большой люк для доступа под французскую кровать. Здесь у нас расположился аккумулятор. Все это дело можно посмотреть, безусловно, и с салона. Несмотря на огромное количество свободного места, не забываем, что это все-таки находится за осью, и хвост каравана нежелательно перегружать. Со стороны обратного отхода, слева по ходу движения, у нас только вот такой вот алюминиевый молдинг, ни больше, ни меньше. Опять же, Fendt отличает наличие вот такого вот молдинга по всему борту. Скорее он идет для функции защитной, нежели чем эстетической. В верхнем молдинге есть обязательно закладная, тоже мы можем завесить специальными тентами, брезентами, шторами, чтобы сохранить красоту и в каком-то случае, может быть, стекла. Итак, также прицеп у нас оснащен баком собственной воды. Находится он слева, спереди. Выхлоп газовой части отопителя Трума комби 6Е, которым оснащен данный прицеп. Вход электричества 220 и доступ к туалетной кассете. Здесь модификация идет с отдельным бачком смыва. Так, ну, если вы заметили, у нас не подключен караван к 220, и наличие 13-пинового розетки на нашем тягаче и собственного аккумулятора дает полную автономию. Опять же, смотрите, какая дверь и как она закрывается. То есть это полноценный крутой уже вариант. Встречает нас в салоне, когда мы входим, кухня. Это достаточно самая распространенная классическая вариация планировки. Здесь у нас три конфорки чугунных, они с пьезоподжигом, раковина, модуль питания 12 вольт.
это степень заряда аккумулятора. Здесь у нас находится уровень воды в собственном баке. Безусловно, окошко. Я думаю, что многие хозяйки как раз-таки на своей кухне именно этот вариант предпочитают, чтобы смотреть в окно. Не знаю, насколько это может быть удобно с моим ростом, но надо быть немножко поменьше, но вообще очень даже неплохо. В модуле также присутствует органайзер для хранения столовых и кухонных приборов. Ящики, безусловно, все с доводчиками, и нижние, и средние. Здесь у нас вот такая вот замечательная сетка для сыпучек, для всяческих бутылок, масла там и так далее и тому подобное. Тоже хороший вариант, тоже с доводчиком. Верхние ящики на вот таких хороших, крутых петлях, тоже с доводчиками. И тут как просто бронетранспортеры, по столько болтов. Ну, значит, так нужно. Ну да. Зато она закрывается практически бесшумно. Итак, передняя часть салона. От кухни мы немножечко отвлеклись. Здесь находится П-образный диван, стул с телескопической ножкой. Стол с телескопической ножкой. При транспортном положении он опускается вниз. Здесь есть вот такие с двух сторон два шнурка, и они фиксируются. Там, не посмотреть, вот есть такие специальные клопы, и стол опустился, и вы можете его зафиксировать, и он уже не повредит ничего, когда мы поедем. Также нижнее положение стола является основанием для организации спального места путем набора подушек обратной стороной, потому что на обратной стороне в подушках всегда прямая часть. Трумокомби, бак для пресной воды. В данном случае бак не использует, этот бак не используется для смыва в санузле, потому как санузел у нас оснащен собственным бачком. Окошки обязательно и интерьерными, и фольгированными шторами обрамлены. В данном случае это очень красивый и светлая вариация. П-образным образом выставлены и ящики в передней части салона. Есть москитка на всю плоскость входящей двери. Обязательно холодильник Dometic, открывающийся с двух сторон на 140 литров с возможностью увеличения объема путем снятия морозильной камеры отдельно. Но здесь он попробует так, чтобы он вот в автоматическом режиме горит сейчас аккумулятор, то есть холодильник полностью функционирует от тягача, к которому подцеплен этот прицеп. Вторая часть салона в данном караване — это французская кровать. Опять же, каскад ящиков, есть место для того, чтобы повесить одежду. И шкаф трапециевидный. Выполнено это из-за того, чтобы облегчить подход к задней части салона. Здесь набранные полки, плюс перекладинка для верхней одежды. При необходимости это все можно снять, повесить плечики и уже использовать именно ту высоту полезного места, которая вам необходима. Кровать также имеет подъемный механизм, но мы уже заглянули под кровать со стороны улицы. Так, ну и давайте посмотрим на зону санузла. Поворотный Тетфорд, кассета Т-250, шкафы для хранения вещей, обязательно раковина для умывания, держатели для стаканчиков, крючки. Это все штатно, это все здесь присутствует. Дверь пластиковая на магнитной ленте замке. И замечательная душевая кабина. Доступ в нее шикарный, она опять же асимметричная, с пластиковым поддоном и очень-очень красивой лейкой. Все на диодах, ничего выдумывать здесь не нужно, переделывать. Аккумулятор есть, окно матированное есть, крючки для одежды на входе в зону санузла тоже есть. В принципе, повесить телевизор, подготовка для которого телевизионная, кстати, тоже есть. И если в нем такая необходимость присутствует, повесить не присутствует. Ну и
планшеты, гаджеты, все сейчас есть. Итак, это Fendt Bianca Active 550, абсолютно новый прицеп, без эксплуатации, прицеп в наличии, документы готовы. Сайт artechoicepskov.ru, информация о актуальной цене, дублируется она в инстаграме у Юрия Artechoice Псков, и, конечно же, наш канал на ютубе, в котором мы рассказываем вам о прицепах. Благодарю за обратную связь, до новых обзоров и встреч у нас на площадке.